Hello students, and today we will talk about all the things you like. Здравствуйте, уважаемые ученики и ученицы. И сегодня мы будем говорить о вещах, которые вы любите. Тема «Еда». На английском слово «еда» звучит как «food». Food. Well, the topic of our lesson is food. Тема урока – это еда. И наша задача – complete the sentences. Our task is to complete the sentences. Наша задача – дополнить предложение. Но прежде чем мы дополним предложение, я хочу, чтобы мы разобрались с некоторыми терминами, которые будут использоваться в этом уроке. Первый из них звучит как I can have. I can have. Я могу иметь. Это дословный перевод. Он мало что даст нам понять с точки зрения русского языка. Поэтому мы должны разобраться, что значит слово have в связке со следующими словами. Have breakfast, have lunch, have dinner, have supper. Слово breakfast – это существительное, и оно переводится на русский язык как «завтрак». Если мы ставим перед ним глагол have, получается глагол завтракать. Have breakfast. Завтракать. Have breakfast. Далее идет слово lunch. Оно означает либо обед, либо второй завтрак. Обедать на английском языке будет звучать как have lunch. Have lunch. И следующие два слова dinner и supper обозначают либо поздний обед, либо ужин. Dinner, supper. To have dinner. To have supper. Итак, еще раз. Have breakfast. Завтракать. Have lunch. Обедать. Have dinner. Ужинать. Либо иметь поздний обед. Have supper. Ужинать. So, complete the sentences. I can have cheese, tomato, eggs for my breakfast. Я могу позавтракать сыром, помидором, либо яйцами. I can have cheese, tomato, eggs for my breakfast. Выберите одно из этих слов. I can have orange, chocolate, apple, ice cream for my lunch. Я могу пообедать. Чем? Апельсином, шоколадом, яблоком, либо мороженым. I can have orange, chocolate, apple, ice cream for my lunch. I can have soup, bread, meat, or salad for my dinner.
я могу поужинать, либо пообедать супом, хлебом, мясом, либо салатом. I can have soup, bread, meat, salad for my dinner. I can have mushrooms, bananas, potatoes, or cake for supper. Я могу поужинать грибами, бананами, картофелем, либо тортом. I can have mushrooms, bananas, potatoes, cake for supper. I like to drink. Возможно, это новый глагол, и вы его не знаете. Глагол drink переводится как пить. I like to drink. Я люблю пить. I like to drink milk, молоко, coffee, кофе, juice, сок, либо tea, чай. Milk, coffee, juice, tea. Наша задача составить предложение со всеми словами, которые мы увидели в ходе данной презентации. Кроме того, все слова по теме «Еда» необходимо выучить. Спасибо за внимание.